Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Мы с вами сегодня поиграем в симулятор совершенно каких-то безумных гладиаторских боев, который называется Горн. Я посмотрел описание, посмотрел скриншоты. Это что-то с чем-то. У меня вот уже такие очень мощные накачанные ручища в кожаных перчатках. Да, выглядит все очень круто. Значит, здесь особая система перемещения, насколько нам показывает вот эта вот непонятная... штучка, дрючка. Короче, нам нужно здесь перемещать. То есть мы перемещаемся таким образом. Я вот так вот хватаю и иду. Капец, мы, блин. Как бы мне не упасть-то, а? С таким делом. То есть я должен вот так вот ходить. Вот таким образом я здесь буду ходить. Уже голова начинает немножко кружиться. Ну-ка посмотрим, что там такое. Закрыто. Нам туда, короче, пока что закрыт путь. Ну, с одной стороны, это хорошо. Нам не придется бегать сильно по нашей комнате. Мы просто будем... Вот так вот. Дерни для того, чтобы начать. Да начнется бой, наверное. Ты смотри на меня, когда со мной разговариваешь. Что за имбецилы? Чайка, он какая-то лупоглазая сидит. Покажи мне свой кулак, чтоб я знал, что ты готов сражаться. Да ты что, издеваешься? А где я-то? У меня только руки. Кто такие вообще? Какие-то зажравшиеся гедонисты. Ладно, я готов сражаться. А, да, хорошо. Теперь приветствуйте нас. Ой, там какой-то страшный мужик идет. Так, давай-ка быстро к камню. Камень — это мое единственное оружие. Иди. Эй, пошел отсюда нафиг. Я шел в задницу. Так, 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 я ухожу. Иди-ка ты в задницу. Ой, из тебя томатный сок вон там какой-то капает. Пошел отсюда! На тебе! Ух ты, блин. Ой, 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 он встает. О, тихо, больно. Это больно. Это было больно. На тебе еще. Все! Ой-ой-ой, бедняжечка. Дай-ка на тебя посмотреть, малыш. Победа! Круто, круто, круто! Мне очень нравится. Очень классная физика. Только единственный момент, конечно, как бы мне не разбить мои контроллеры об стены, об двери, пока я здесь нахожусь. О, что у нас такое здесь? Чемпион. Битва чемпионов. Я пока что не готов к этому. Победить чемпиона. Это у нас чемпионы. Смотри, что написано здесь. Toggle hold. А, в принципе, мы можем, да, зажать полный. Окей. Мы можем зажать. Жест показать. Ой, ребят, простите. Простите меня, пожалуйста. Я ни при чем, это все американцы. Они все придумали. В принципе, неважно, что я какую кнопку я хватаю. Главное, что я хватаю и вот так хожу. Ой-ой-ой, ничего себе. А это что такое, если я дерну за рычаг? О, это лифт. Ничего себе. Какие-то опции. То есть нам загрузили игру, но даже не показали вообще никаких опций. Давайте сейчас попробуем разобраться. Так, я сейчас сюда-ка дойду. Я, по-моему, слишком близко подошел. Мне не надо сильно много ходить. Назад. Нет, мне не надо никакие менять. У меня нормальная сложность. Графика. Блер. Нормально. Короче, в принципе, нас все устраивает в опциях. Пошли обратно. Сейчас сориентируюсь в пространстве. Арена. Поехали вниз мы сходим. Тут у нас внизу что-то есть. Мне кажется, это как-то смешно, да, выглядит? Какие жесты я делаю. Стоп, 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 стоп. Знаешь, что такое? Ты не готов. Оружие. У нас открыто оружие. Булава. Стой. А что такое? Save to select. Мы можем выбрать какие-то. Перчатки мы можем выбрать. А как? Они мне недоступны, видимо, да? Куча оружия всякого разного. Что это? Нет, 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 нет. Я пока... Погоди, 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 погоди. Я еще не готов. Привет, трое с булава... Да ты, нафиг я выбрал их? Мне надо было руками сражаться. Чуваки, спасите меня, я не готов к этому. Сейчас я в пространстве немножко определюсь. А, ладно. Ладно. Ух ты, какие резиновые. Резиновые булавушки. Как мне взять? Вот, мне надо взять. Мне надо тагл сделать. Мне надо их держать. Короче, а вот здесь... Это мне не надо держать. А эту я вот один раз... Я должен держать постоянно. Ну да ладно. Есть! Я готов! В момент как... Время осталось 90. Алим, так Алимка!
Калинка маленька! Ой, сколько вас! Не подходи! Не подходи ко мне, урод! Не подходи, не подходи! Пошел нафиг! Пошел нафиг, я сказал! Уйди отсюда! Кыш! Кыш, гадина! На тебе! Куда? Ну-ка, тихо! 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 Тебе! Опа! 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 Помусало! Тихо, тихо! Со всех сторон налетели! Калинка маленька! Пошел отсюда нафиг! Уходи, уходи! Мне надо пить! О, все, по-моему, я сознание потерял. Не, они меня вообще избили жестко. Слушайте, добивай. Не, я пока к этому. Давай нормально, а по-обычному поиграем. Что-то мне кажется, это какая-то жесть сильно. Где мой рычаг? Поехали еще ниже сходим. Посмотрим, что здесь происходит. Еще какое-то оружие. Ты не готов, ты не готов, не готов. Ну и ладно, не готов, не готов. Поехали наверх, значит. Где-то здесь должен быть, да? А, вот, на арену пойти. Да-да-да, давайте не будем сейчас никуда мы торопиться. Мы аккуратненько, помаленечку... У меня уже голова, честно говоря, начала кружиться. Аккуратненько, помаленечку мы пойдем и будем с... Вот-вот, вот это уже... Вот это хорошо, это мне нравится. Камушки, булава. Есть, я готов. И один враг. Вот это нормальный режим. Мы постепенно будем. Нам надо просто тренироваться, сами понимаете. Стоп, стоп, братуха. Стоп, погоди. Я с тобой еще не закончил. Я с тобой не закончил, я сказал. Не закончил. Не подходи ко мне. Хорошо, что у меня стены поролоновые. Куда ты нагнулся? Не нагибайся тут при мне. А тебе, животик, животик. Бум. Опа. Так. Иди ко мне, дружище! Бу-бу-бу! На, комбо! Я с вами за всеми приду, несчастные вы. Знать, олигархи чертовы. Поехали дальше, следующего подавай. Так, 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 стоп. Нифига себе! С топорами? Берем. Берем. Так, сразу. Пространство определили. Вот так. Я готов! Давай мне их подавай! Тепленький. Надо с топорами сначала вот этого чувака уработать в первую очередь. На тебе! Добиваем, 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 подонка. Ну-ка. Я его и без ноги оставил. Пошел отсюда! Один топор. Один топор. Один топор. Второй топор! Бум-бум-бум! Мне кажется, только глазючки какие-то полетели. Бум-бум! Не вставай! Тихо, тихо, спокойно. Че, встать не можешь? Встать не можешь? Как насчет этого? Блин, кровавая игра вообще, жесть, ребят. Вы смотрите сами, конечно, по ограничению по возрасту. Ну что я с тобой буду делать? Дедакиру, иди сюда! Тихо, тихо, он там что-то дерется. А я могу его в руку взять? Я могу взять. Держи руку свою! Ух ты, блин! Ух ты, тихо, 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 тихо! Тихо, братва! Тихо, братва! Тихо, не подходи! Иди нафиг! Вау! 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 Что, у него броня всякая разная! Ну пошел отсюда! Сейчас я до тебя доберусь! Бам! Чё, без рук, без ног? Давай, сбивай броню свою, подонок! На тебе! Чё ты мне сможешь сделать? Обрубками будешь меня бить? давай потанцуем, детка! Слушай, а у него есть крутой меч. Тише, 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 тише. Дай мне меч свой. Дай ко мне свой меч. Мне нужна твоя броня. Отдай броню! Отдай броню! Победа! На, в тебя нож! Слушай, а почему я его не могу никак повредить? Он какой-то бессмертный, что ли? Сволочь! Это из-за тебя все! Смотри, булава и какой-то молот. Ой, красотень! Да! Я победитель! Жесть вообще, конечно. Не, надо, конечно, написать будет в названии, что 18+.
Ну, потому что такая расчлененка какая-то жестокая. Хотя и мультяшная. Хотя вроде как это весело выглядит, но порой совсем не весело. А что ты мне пытаешься сказать? Так, пошли сюда. Давай, бери резиновую булаву. Я готов сражаться! Кидайте мне денежки свои! С двумя булавами. Надо, главное, его обескуражить. Все? Все? Потерял запал? Стоять! Булаву дай. Бум! 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 Не, надо, мне надо все-таки здесь побольше места. А, да! Давай. Кто следующий? Крутиться приходится много. Вертуха! Вертуха Маугли! Давай, подходи! Они же подойти не смогут! Ты даже не сможешь пока мне подойти, подонок! Пошел нафиг! Бум-бум-бум! Тихо, тихо, дубину! Дубину убери! Бам! Я как, знаешь, как пропеллер, короче, летаю. Я готов. Как бы мне в него запулить? О, слушай, денежки. Они мне денежки, правда, кидают? Золотые. Как бы мне контроллеры не разбить? Вот в порыве страсти. Так. Все, в принципе, понятно. Давайте еще один матч сыграем. Мне, честно говоря, от этих перемещений реально уже голова кругом идет. Такс. Салют. Сейчас, погоди. Все больше и больше врагов у нас здесь появляется. Я готов. Я готов. Готовьте свои золотые. Со стороны уйду вот так. Ну уже по традиции. По традиции. По попе. Ну какой плохой мальчик был. Что, это все победа? А почему один всего враг-то? Денежки кидай быстро мне. Деньги кинули. О, в него прям попал. Я готов. Нет, я думал, побольше врагов как-то будет. У них же сложность должна меняться. Битва чемпионов, а это просто арена. А это просто... Пойдем битву чемпионов попробуем, что это такое. Я не знаю, что меня ждет там. Ну, просто ради интереса посмотрим. You've seen this. Видели, как он разобрался с этими подонками со всеми? But will be match for our martial arts. Берсеркер какой-то. Приветствуйте! Приветствую меня, берсеркер! Видимо, сейчас будут враги как-то, может быть, постоянно появляться, типа бесконечный режим. Ну, попробуем, посмотрим, что это будет себе представлять. Эй! Ниндзя! Давай, иди сюда, козлина! Вау! Так, больше никого вроде не появляется. Пошел нафиг! Татуировок себе надел. У меня же наушник выпал. Ну чё, иди сюда, давай! Бум! Нунчеки! Бум! 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 Что, все, я чемпион? Видимо, это какие-то боссы, которых я должен побеждать. Надевай маску. Пытаюсь надеть на лицо, не получается. Видимо, смотри, вот как раз набирается, и у меня открываются новые какие-то вот орудия. Битва чемпионов. И там маски, причем, у каждого будет. Сейчас смотри, там головы висели. Скорее всего, сейчас повесят туда. Вот, точно, одного босса, типа, я победил. Битва чемпионов. Это происходит, когда я уже на арене побеждаю. Дайте мне хороший бой какой-нибудь. С большим количеством... О, вот это интересно. Камней нету, камней... Камень есть, почему? Вот. Камень — это мой отвлекающий маневр. Я готов! Кто начнет с собой? Давай с этим сразу разберемся. Пошел. Лежать. Так, мне не нужна твоя броня, понял? Броню ты должен убрать свою. Так, это не подходит. Ну, стоять. Все? Ну, давай, голышок. Че у тебя с ногой? Че, нога перемотана. Ты ударился, что ли? Об мебель? Об диван ударился? Дай тебе помогу.
Ладно, я без оружия, я голыми руками с тобой разберусь, подонок. Бей, бей, бей. По-моему, он меня... Тихо. Тихо, вот это крутой чувак какой-то. Хватай, ё-моё! Тихо. Смотри, в броне какой-то. Тихо, дай хват. Ну чё ты сможешь... А он ничего не может сделать против оружия. Ох ты, попадай. Типа броня, да? Типа броня, я смотрю. Ты крутой парень! Добивание! Бум! Ой, кошмар! Не, это весело, короче говоря. Давайте здесь остановимся, мы повидали уже немало в этой игре. Если вы хотите, чтобы я продолжал дальше, он, кстати, у нас бесконечный режим там есть. Но это потом, это уже вообще, это когда мне понадобится сбросить лишних несколько килограммов, это, может быть, бесконечный режим запустить и потеть там. Поиграем в нее дальше, если вам, конечно, захочется. Поэтому пишите об этом в комментариях, ваши впечатления, ваши какие-то наметки. Наверняка вы где-то игру эту уже видели, вы знаете, как здесь все устроено. Может быть, дальше еще какие-то крутые чемпионы у нас будут. Это интересно посмотреть. Здесь есть какая-то красная кнопка. Что это такое? А, мы типа опять против него можем играть. Да, мы опять против него можем играть, но мы не будем играть против него уже, потому что мы его уже и так победили. Вот, ребят, ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Простите, конечно, что, может быть, здесь было немножечко все мясно так. Но игра, правда, очень мясная. Да, этот ниндзя, он какой-то очень слабенький. Он сразу же теряет свою нунчаку. Я тебя голыми руками сейчас и забью, падла. Давай, кулачный бой! Бум! Да я не могу. По печеночке его ударить. Ему поближе подойти. Можно вот так вот просто пробить ему пресс. Главное, стены не пробить. Да пошел ты нафиг. Дун, пощечину нужно давать. Не, он какой-то лошара вообще. Что ты делаешь? Ты бить меня будешь? Да он как... Ребят, простите. Ребят, простите, я не хотел. Я не хотел так делать. Ой, жесть какая-то вообще. Короче, если хочешь прям выпустить внутреннего зверя, эта игра сама то для этого. Все, ребят, прощаюсь с вами, увидимся в следующем видосе. Всегда оставайтесь на высоте и покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду на угли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду на угли, а ты... Подпишись.